Белого моря находится город Архангельск, столица Архангельской области, или Поморье, как говорят издавна. Столица Северного края – старинный город Архангельск, первый морской порт России. Отсюда уходили в плавание знаменитые полярные экспедиции, чтобы исследовать северные морские пути и открывать новые земли. Это край морской, лесной, озерный. И народ здесь сильный и работящий. С древних времен поморы добывают лес, морского тюленя, рыбу всякую и зверя. А грибов тут и ягод. Еще Иван Грозный наладил в Архангельске лесную торговлю с Англией. Сюда еще в 17 веке приплывали со своими товарами купцы из Англии, Голландии, Дании, Германии. Чтобы лучше шла торговля, был построен большой гостиный двор. Сейчас здесь находится знаменитый краеведческий музей. Северные зодчие умели строить на века из камня и дерева. Величественные древние монастыри простояли столетия. А ведь это край суровый, родина настоящей русской зимы. Земля под снегом похожа на чистый белый холст. Как тут не стать художником? Искусные северные мастера расписывали посуду, сундуки и прялки. А на Рождество выпекали особые пряники, казури. Их тоже разукрашивали цветной и снежно-белой глазурью. На весь мир известен русский человек Михаил Васильевич Ломоносов. Он был поэт, художник, просветитель, физик, химик, астроном. Первый русский академик, великий ученый, гордость России. А родился он здесь, в Холмогорах, на Поморской земле.